Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей, первый серий, мой ник здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня мы будем покупать новый интерьер для моего дома. Самый дорогой, это высокий класс, в принципе. Спасибо также Вова Бим, что ты зарегался на мой ник. Вот, 50 тысяч я получил, также получил он 50 тысяч. Поэтому давайте поедем в агентство недвижимости и поставим себе новый интерьер за 500 тысяч, в принципе. Надо будет снять еще бабки. Так, бусинес. Ну, такое себе. Надо будет, кстати, за бизнес заплатить. И скоро завести продукты в бизнес. Ну, ладно, погнали, короче. Наконец-то я накопил эту сумму бабок, в принципе. Ну, чуть-чуть не хватает, просто у меня в банке, да, есть миллион. Но, понимаете, мне еще надо будет оплачивать все и так далее. Так, извините за телефон, телефон просто смс что-то приходит. Так, вот мы приехали, короче. Давайте сначала в банк зайдем, я заплачу за дом и за бизнес. И потом уже пойдем к тому месту, где нужно покупать интерьер для дома. Так, оплатить дом на один день здесь. И нам нужно еще снять. Давайте 30 тысяч снимем. Так, баланс бизнеса у нас 8 тысяч. Так, теперь нам нужно снять до 15 тысяч. Получается, да? 15 тысяч у нас всего, да, остается. Давайте я еще сниму 10 тысяч. Просто там. Хоть же платный по-любому. Так, и у меня остается в банке 971 тысяча, блин. Ну, маловато, маловато. Ну, ладно. Пошли теперь в этот место, короче, где покупать интерьер. Я забыл, посмотри, как. Агентство недвижимости, во. Так, ход 2018 рублей. Ну, нормально, чё. Кстати, здесь вы можете посмотреть, типа, информацию о свободных домах и так далее. Ну, если у вас есть дом, то вы не сможете посмотреть. А вот капитал ремонт дома или квартиры. Так, вы желаете сделать капитал ремонт дома. Стоимость 500 тысяч. Вот это самый дорогой, короче, интерьер, какой здесь есть. Какой может быть. По сути. Так, давайте скриншотик сделаем. Вот, 500 тысяч он стоит, короче, капитал ремонт. Это здесь будет бассейн у нас и так далее. Ну... Я думаю, пора его купить, потому что, ну, хочется уже довольно-таки очень давно этот интерьер, я хотел уже, и вот, наконец-то, мы его купим. Так, улучшить. Вы сделали капитальный ремонт в своем доме. Все, теперь можно ехать домой, чекать, короче, как там все изменилось. Я думаю, довольно-таки красиво теперь там у меня дома. По-любому должно быть. Поэтому давайте погнали. Моему дому посмотрим, какой там интерьер класс. Давайте я зайду в аптеку к себе, куплю аптечек, потому что у меня дома аптечка не куплена, она стоит, по-моему, 70 тысяч, но не знаю, есть смысл ее покупать или нет. Да и лишних денег у меня нету, чтобы покупать аптечки. Точнее, аптечку. Ну, чтобы она дома была, чтобы лечиться. Поэтому я хз. Давайте я лучше куплю две аптечки просто себе. И все. И я думаю, этого будет достаточно. Кстати, видите, это дом, что был по голосу высокого класса, уже кто-то купил. Не знаю, либо у меня в видосе увидел, либо сам, когда увидел, ехал, не знаю. Но его кто-то купил. Давайте даже посмотрим, кто его купил, мне просто интересно. Вдруг я этого человека знаю. Сейчас посмотрим, кто купил этот дом. Я когда подарки собирал, кто видос смотрел там. Хотя мало кто его посмотрел.
ну да ладно, то там он был похож, я показывал. Да и потом вечером я катался, он был похож, по-моему. Вася, блядь, у меня с английским хуёво, поэтому сами прочитайте, какой Вася. Видите, высокий класс, 3000, бля, это же дом, теперь я буду оплачивать тоже дороже свой. Ну, блин, пацаны, как я считаю, блин, вот дома на Рублевке, да, там по 15 лямов, там тоже высокий класс. Ну, блин, да, это Рублевка, но, блин, там, понимаете, там никого нету. Я жил на Рублевке, серьезно, можете там видос на канале найти у меня, давно еще. Я жил на Рублевке, у меня был дом за 20 миллионов, и, блин, реально, это полная дичь, потому что там скучно, там никого нету, вы никого не встретите, потому что на Рублевке там куплено всего лишь там 3-4 дома и все. Это реально очень скучно на Рублевке жить, и поэтому лучше покупайте дома вот в Усаево, здесь тоже есть вот такие вот дома. Как по мне, вот эти дома намного лучше, чем на Рублевке, что на Рублевке Арзамаса, что на Рублевке возле Нашана, намного лучше. Если бы добавили Рублевку вот эту, где вертолеты... Если там дома добавили, да, базару нет, там охуенно было бы, я думаю. Но, блин, вот это у меня, вот этот дом намного пизже, чем, как по мне, на Рублевке. Так, вот, высокий класс я купил, все, давайте заходим. Ах, какой интерьер просто великолепный, блядь. Просто можно будет с вами, кстати, здесь тусить. Видите, аптечка, она у меня не куплена. Вы не купили аптечку, видите. А как там команда? House, по-моему, House. Homie, по-моему, Homie. Так, владелец Кирилл Путбуль, класс высокий, состояние открыт, оплачено 30 дней, оплата в день 33 тысячи, короче, 3 тысячи оплата, патроны, металл, наркотики. Наркотик у меня есть, косарь лежит, багажники, по-моему, и патронов у меня лежит много, поэтому можно будет сейчас затарить. Давайте я вам экскурсию проведу, блин, очень охуенный интерьер вот этот, именно прям охуенно, вот за это... разработчикам респект, интерьер реально хороший. Но душ, блять, что был, блять, хуёвый, так и остался, что он ломается сразу же. Реально, интерьер очень классный. Бассейн также есть, блин, ну просто шикарно. Просто реально шикарно. Есть второй этаж еще. Видите, бухло, бильярд, все охрененно просто. Мне реально этот интерьер очень нравится. Он мне очень нравится. Так, это у нас гардероб получается. Жалко, одежду нельзя скины ложить, типа, в гардероб. Было бы тоже классно. Вот, это, типа, мой кабинет. Здесь я видосики там снимаю, все дела. На гитаре играю. Нормально. Так, это, по идее, спальня. Да, здесь, кстати, сейф находится. Что мне можно сейф положить, кстати? У меня даже металл есть, и дерево есть. И наркотики есть. Давайте наркотики положим. Усе. Вы не можете пользоваться сейфом, пока не установите его список доступных улучшений. Вы что, издеваетесь? Ху, ПГ. У меня не работает. Блин. Ху, ПГ. Улучшение сантехники. Добавить сейф 300 тысяч. Блин, у меня сейф, оказывается, не было. Или, типа, когда покупаешь новый интерьер, надо сейф обратно покупать. Ну, просто я думал, у меня куплено, оказывается, нет. Короче, нам нужно, пацаны, 370 тысяч купить аптечку и сейф. Ну, такое себе. Пока что я этого делать не буду. Я лучше подкоплю бабочков, пацаны. И тогда уже куплю и сейф, и аптечку. Ну, пока будем радоваться тому, что есть. Ну да, нету аптечки, нету сейфа. Ну, у меня все в машине, в принципе, лежит. Ладно, хрен с ним. Так, пиццу кто-то забыл. Не, ну очень классный интерьер, как по мне. Вот эта кухонька тоже классная такая. Ну, мне очень нравится интерьер. Не знаю, как вам, пацаны, пишите в комментариях. Ну, мне, блядь, прям по кайфу просто. Мне, блядь, прям охуенно. Чё, кстати, я чё в воду не проваливаюсь? Ебать, я прям мах просто. Ну, реально, мне интерьер очень нравится. Прям по кайфу. Ну, красиво сделали. Кстати. Давайте прайс пропишу. Вот, кстати, третий набор рецепта, типа, вы говорите, что это все рецепты, типа, даются, что это, типа, три рецепта на дробовик мне дадут, давайте это проверим, я не знаю, я, типа, бомбил там в серии про рулетку, типа, что мне это выпало, но давайте проверим, вот, вы действительно хотите забрать свой приз, третий набор, понимаете, не три набора, а третий набор на оружие, вы успешно получили приз, третий набор рецептов
А нет, 3 набора. Блять, что-то я путаюсь, ладно. Также я рулетку покрутил, когда я подарки собирал, у меня это было 50... Не помню сколько, 50 чем-то кредитов, короче. И я выбил випку на 14 дней, давайте, в принципе, ее мы заберем. Теперь у меня випка где-то на 80... Нет, даже... На 86 дней где-то у меня випка теперь. Ну, а уровень я пока не буду забирать, пока не апну 32 уровень. Видите, мне осталось 2 часа вот играть. Тогда уже, когда апну 32 уровень, я уже заберу этот уровень, и у меня будет 33. И будет все просто заебись. Давайте пойдем, я возьму патроны с багажника, и мы проверим насчет дробашов, правду вы говорили или нет. Посмотрим, я ошибался, либо вы ошибались. Я думаю, будет интересно. Так, открываем машину. И давайте достанем патроны с багажника. Вот так, вот так. И закрываем тачку. Так, Т-меню. Взять патроны, 600 патронов. Давайте. Мак и гун. У меня был куплен вот боевой дробовик. Давайте обычный дробовик попробуем сделать. О, откуда я смогу его сделать? О, вы все-таки были правы, да. Можно и вот так вот. Эти дробовики тоже работают. Так, ну давайте теперь мак и гун. И обрез давайте пробуем сделать. Во. Но я не знаю, на него нужны скиллы или нет. Скорее всего, нет. Ну, блин, прикольно. Все-таки вы были правы, и рецепты дались на все дробовики. Но понимаете, зачем мне рецепты на все дробовики, если у меня есть самый охрененный рецепт на шотган. В принципе. Ну ладно, вы были правы, там, я бомбил зря. Ну просто реально... Я сколько эту рулетку не крутил, постоянно какая-то дичь выпадает. Вот эта випка на 14 дней, это самое, наверное, полезное, что выпало за все время, реально. Вот випка мне нужна. У меня теперь випки где-то на 3 месяца обратно. Даже покупать не придется. Возможно, даже на все лето випки хватит. Ну, не на все лето, до... Вот мне хватит на май випки, на июнь и на июль. А на август мне, скорее, випки не хватит, но я куплю потом випку аж в августе тогда. Поэтому все заебись. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.